Турнир по рукопашному бою, посвященный памяти офицера спецназа Евгения Богомолова, в Бийске прошел в шестой раз. На спортивное военно-патриотическое мероприятие в этом году съехались борцы с Алтайского края, Республики Алтай, Кемеровской и Новосибирской областей. Больше 300 участников от 8 лет и старше. Этот турнир является очень важным в плане патриотического воспитания подрастающего поколения. Потому что пример Евгения Богомолова – это пример мужества, чести, патриотизма и любви к родине. Евгений действительно жил этим, и надеюсь, много ребят, которые сейчас подрастают, будут равняться на него. Ребята отчаянно сражались в отборочных боях за путевку в финал, и звание лучшего не случайно. Есть на кого равняться. Показательным примером был Евгений Богомолов. Друзья и коллеги вспоминают его как мужественного, бесстрашного человека, который достойно нес службу офицера, погиб в Сирии в 2017 году и был награжден орденом мужества посмертно. Со школьных лет он увлекался спортом, занимался рукопашным боем в клубе смешанных единоборств «Спарта». Турнир сам по себе, я повторюсь, он достаточно престижный. То есть выиграть Богомолова, ну, это примерно как на Сибирском федеральном округе выступить. Поэтому турнир престижный. У нас денежные призы в некоторых возрастных категориях. Поэтому сюда едут с удовольствием, выполняют разряды ребята. По результатам турнира в командном первенстве победу одержали спортсмены Кемеровской области, серебряные медали у Алтайского края, бронза у сборной Республики Алтай. Олеся Бедарева, Евгения Прохорова, Илья Питков. Будни.